Добрый день, мое имя Светлана, я из Харькова. 24 февраля 2022 года моя семья, как и все в Украине, проснулись с ужасом о том, что началась война. Война, наш город, пришла в один из первых. Было страшно, было громко, шумно. Самолеты, ракеты, взрывы бесконечные были в Харькове, попадали под обстрелы, уходили в подвалы, бегали в бомбоубежище. После очередного такого страшного обстрела очень испугался младший ребенок, кричала, получила психологическую травму. Мы бы решили уехать из города в соседнюю Полтаву. Там немножко было спокойнее, все успокоилось, пожили там. Но там снимали квартиру, это дорого. Решили вернуться домой. Ну, дома есть дома, страшно. Еще война не закончилась ни для кого, и для Харькова в том числе. Но жить нужно, жизнь продолжается. Дети должны учиться. Дети должны заниматься, должны жить. Хотелось бы по возможности, если есть такая, получить небольшую помощь. На нужности только для детей. Особо никаких помощи никто не получает сейчас, особенно в Харькове как-то все проходит. Так. Мечтаем об одном, об окончании войны, о том, чтобы вернулась предыдущая жизнь и все стало на свои места. Дети должны жить в мире. Не может быть в 21 веке такой страшной, ужасной войны. Не могут дети это видеть сейчас. Это неправильно. Так не должно быть. Спасибо.